І до нашої студії вже долучився Роман Мазолі, кардіотолог. Доброго ранку. Доброго. Отож, ми збирали топ питань, і одне із них найголовніше, чи можна вживати взагалі макарони? Чи є в них користь, чи немає? Давайте розбиратися. Макарони – продукт, звісно ж, не дієтичний, і я не рекомендую цей продукт для ежедневного прийому. И можно сказать, что важно не просто какой продукт мы едим, а учитывать способ его приготовления и качественный состав этого продукта. Угу. А каким он должен быть качественный склад продукта? В данном случае мы говорим о макаронах исключительно из твердых сортов пшеницы. Угу. То есть эти макароны будут иметь относительно низкий гликемический индекс и, соответственно, менее серьезно влиять на уровень глюкозы в крови, соответственно, будут меньше влиять на синтез жира в организме и могут быть рекомендованы для употребления людей, не больных диабетом, подчеркиваю. Так, а если хворый на диабет, то взагалі что не можно вживать? Скорее ограничивать значительно. Может быть, нельзя сказать, что полностью снимать, но все-таки думать о том, что все-таки это продукт достаточно калорийный, содержащий большое количество глюкозы, и особенно для людей, находящихся на сахароснижающих препаратах, все время об этом не забывать. Ну, от ви кажете, тверді сорта пшениці, але приходячи в магазин, ми бачимо різновиди, багато видів. Що, не можна, лише треба тільки тверді види купувати, всі інші не можна чи ні? Чи все ж таки можна і такі купувати? Здорові люди повинні для себе об этом думати і вибирати стоїмость продукту, вкусові качества. Больные с сахарным диабетом должны исключительно выбирать продукты макаронные из твердых сортов пшеницы. Просто посмотрите на состав, посмотрите, как называется мука, как называется тот продукт, из которого приготовлен данный макаронный продукт, и для себя решите. То есть, если в нем будет, условно говоря, 10,2 белка, то есть даже если на нем не будет указано, что это твердые сорта пшеницы, это, скорее всего, хороший продукт, качественный. Если меньше, нужно уже задуматься о том, стоит ли его употреблять, так скажем, в повседневном употреблении. То есть макароны должны быть правильными. З'ясували, как часто их можно вживать? Я считаю, что 3 раза в неделю, 4 – это допустимое количество. Подчеркиваю, для людей не больних діабетом. Угу. От періодично нам пишуть глядачі до вас, і от одне з найпопулярніших питань – це чи можна давати дітям макарони і з якого віку? Чи будуть вони корисними чи ні для дітей? Еще раз подчеркиваю, это не самый диетический продукт, потому что его калорийность около 300-350 килокалорий в зависимости, опять же, от качественного состава. Если мама считает, что она может кормить ребенка рисовой кашей, манной кашей, то вермишель, конечно, будет являться более полезным продуктом. Да. Вот. Но, опять же, подчеркиваю, что нужно думать о количестве приема этого продукта. Мне кажется, что еще большой проблемой в нашей стране является то, что итальянцы все-таки едят ее скорее в чистом виде. С небольшим количеством, может быть, оливкового масла, с небольшим количеством сыра. В нашем употреблении это всегда кетчупы, соусы, майонезы, твердые сорта сыра, которые являются очень калорийными. Да? То есть они, в принципе, повышают общую калорийность продукта. Еще без того не маленько, да, правильно? Да, и мы получаем из прекрасного продукта, в общем-то, уже не очень полезный. С мясом, опять же, с жареным. Вот это вот замечательно. Вермишель по-флотски. Да, то есть, это не рекомендуете макароны по-флотски? Да, то есть, если говорить о продукте, то в эссенциальном, в чистом виде или с небольшим количеством овощей, который будет скорее уменьшать способность
вермішелі піднімати глюкозу крові. Тобто, якщо ми вже хочемо макарони, це не м'ясо, це не соус, як ми там жаримо, смажимо, кетчупи, майонези, це вбивче, да? От, на вашу думку, така схема. Тобто, скоріше, лише в чистому. Да, в чистому віді, скоріше. Добре, ще таке. Запитання номер один. Локшина швидкого приготування. Яка різниця між макаронами, якщо немає часу готувати їх, чи можна замінювати саме локшиною швидкого приготування? Вот именно локшина быстрого приготовления будет иметь очень высокий гликемический индекс, будет скорее отрицательно влиять на ваше здоровье. Она немного более калорийная, и она скорее не рекомендована к применению. То есть все-таки выбирайте скорее дорогие сорта, к сожалению. То есть они будут являться наиболее полезными, содержащими хоть небольшое количество клетчатки. В них будет большее количество минеральных веществ, которые будут благоприятно сказываться на вашем здоровье. То есть корость, да? Вот? Да, да. Ну то есть вот именно сорта, которые будут содержать, например, те же добавки овощей, красители натуральные, а не синтетические. Ну, да. То есть, если вы видели, сейчас очень много цветных макаронных изделий. Да, вот то я есть... и хотела про них запитати, и зелені, и фиолетові, и сині. Прокоментуйте, будь ласка. Классика говорит о том, что там могут быть настоящие овощи, даже фрукты, даже есть вермишели сейчас с клубникой, вот. Но опять же это речь идет про, к сожалению, только оригинальные продукты, чуть более дешевый продукт смотришь, а там уже, к сожалению, скорее красители, то есть они просто будут чистым маркетингом, никакого здорового естетичного зерна. Ну, а взагалі потрібно це, ну, що ще вони там з овочами зелені? Ну, це може дійсно якась така маркетингова історія, чи ні? Ну, вони будуть содержать чуть більше волокон растительних, клітчатки, і будуть положительно сказуватися на роботі пищеварительного тракту. Готуючись до нашого ефіру, я от зайшла вчора на форум, читала дуже багато, що сідають на дієту макарону і ходуть на неї. Дуже багато суперечок. Прокоментуйте, будь ласка, чи можна схуднути, втратити вагу на макаронних виробах? Чи це все ж таки історія теж трішечки неправдива? Я считаю, что любая монодиета – это, в общем, издевательство над своим организмом. Пробовать можно, то есть если ваше количество потребления макаронов в течение дня будет ограничиваться там 1200-1400 килокалорий в пересчете на весь рацион дневной, вы, конечно же, будете худеть, но ваш организм будет страдать от отсутствия белка в достаточном количестве, необходимое количество жира в организме не будет скорее поступать, и мы будем получать несбалансированное питание. Мне кажется, что это, опять же, больше маркетинг, то есть попытка, условно говоря, выпендриться, сделать что-то оригинальное. То есть мы раньше тоже с вами обсуждали, что любые монодиеты страдают отсутствием определенных веществ, которые не характерны вообще для этого продукта в принципе. Поэтому как эксперимент может быть, как рекомендация профессионала к пользователю ежедневному, скорее вы получите разочарование, скорее всего будет колоссальная дисфория, да, то есть ощущение не только неприятного ощущения в организме, но и в принципе через какой-то небольшой промежуток времени скажется отсутствие достаточного количества витаминов в вашем питании, и мы получим скорее отрицательный момент. А ну, якщо це не монодієта, а просто якась дієта, чи можна під час неї вживати макарони? От ваша думка, порекомендували б ви це робити чи ні? Гіпокалорійна дієта для похудіння или для здорового чоловіка підтримувати форму? Це немножко дві різні речі. Да. Тобто многі путають це поняття здорове питання і гіпокалорійна дієта. Да? Тобто виходить, що в общем здоровому питанні небольшое количество макаронних изделий, подчеркиваю, із пшениці, содержащих первого сорта, так скажем, да, высшего сорта, извините, твердых сортов пшеницы, возможно. Если мы говорим о том, что человек находится на гипокалорийной диете, и у него есть необходимость потреблять меньше немножко калорий, чем нужно его организму, чтобы постепенно худеть, то скорее вермишель будет тормозить этот процесс. Да. Вы вживаете макароны?
Я вот, идя на эфир, попытался посчитать, сколько же я ем макарон в год. 2-3 раза в год. Серьезно? Да, да. То есть это исключительно вот такая вот для меня, к счастью, экзотика. Я не говорю, что это правило и нужно всем его придерживаться, но это только какой-нибудь хороший итальянский ресторан, где я не выбираю этот продукт, где я доверяю повару, который знает, какой продукт нужно применить. Да, и тогда это может быть все, что угодно. Это может быть и лазанья, это может быть и какие-то маленькие спагеттини, спагетти, вермишель, макароны, это не принципиально. Заходя в магазин, я просто понимаю, что я даже не могу, условно говоря, точно прочитать этот состав, потому что мои итальянские друзья, открывая оригинальную инструкцию и читая наш перевод, который обязателен на продукте, недоумевают, потому что там написано немножко некорректный перевод. Тоді, відходячи від теми макаронів, не можна запитати, чим ви снідаєте. От ваш сніданок. Мой завтрак? Так. Творог. Творог з небольшим кількістю йогурту, скоріше живого йогурту. Може бути чай, може бути вода. Вот, то есть там нету в принципе большого количества углеводов изначально. То есть продукты, содержащие углеводы, быстро запускают вас в жизнь, быстро дают энергию, мозг просыпается. Вопрос, опять же, количества этих продуктов и их приготовления. То есть, вот, возвращаясь, опять же, к тем же фруктам, например, или овощам, нужно говорить о том, что та же морковь, находящаяся в сыром виде, имеет относительно низкий гликемический индекс. Если это морковь термически приготовленная, она уже имеет высокий гликемический индекс. Вот, поэтому нужно думать не только о том, продукте, который вы сейчас потребляете, а о том, как он приготовлен. Если говорить о макаронах, это знаменитые альданте, да, то есть это в некой степени недоваренная вермишель. Не треба, щоб вони таким одним комом були, вони мають бути альденте на зубок, так? Так, так. Зрозуміло. Отже, підрезумовуючи нашу розмову, якщо вживати макарони лише твердих сортів, не часто і порція. От давайте, ну, порція, яка має бути за один раз макаронів, ну, якщо вже не можемо ми відмовитись. Ну, напевно, до 100-120, може бути, 150 грам максимум. Ну, опять же, смотря какой чоловік, якщо це ребенок, то есть порція до 100 грам. Це на день, от і достатньо. Да, так, один конечно. Раз на день 100 грамів цього. Да, это продукт, который будет скорее приносить массу положительных эмоций, будет являться таким продуктом скорее гурманства, да, чем продуктом ежедневного применения. Разнообразьте свое питание, сделайте его один раз кашу, один раз вермишель, один раз творог, и ваш завтрак станет более, так скажем, приятным и мозговым. Зрозуміло. На цій ноті, я думаю, варто поставити крапку. Відповіли на найнаболіліші запитання. Нагадаю, що на студії був Роман Мазо, лікар-дієтолог.